Работа – это то, через что проходит любой человек. Но помимо всем известных и привычных работ, есть очень странные редкие работы, о которых вы даже ничего не слышали. Большинство людей даже не представляли бы, с чего начать, если бы получили одну из них. На таких работах потребуются сложные определенные навыки, которыми очень мало кто обладает. Сегодня вы увидите 10 самых странных, необычных и редких профессий. «Я готов заплатить, лишь бы мне можно было еще поспать». Так думали многие из нас, когда звенел будильник и надо было собираться на работу или учебу. Но что, если мы скажем вам, что некоторым людям платят за то, что они спят? В некоторых случаях они даже много зарабатывают, в зависимости от того, где они спят. Профессиональный спящий является серьезным занятием и предоставляет услуги, которые требуются во многих современных отраслях. Хотя это необычная работа на полный рабочий день, профессиональные спящие могут получать значительный доход. Вы можете работать профессиональным спящим для ученых, которым нужны тестеры сна, для производителей матрасов, чтобы протестировать их продукт, или позируя для художников, которые рисуют спящих людей. Так что если вы не высыпаетесь, это можно исправить и совместить с заработком. Когда вы тренируетесь, чтобы стать космонавтом, первое, чему вы должны научиться, это управлять своим телом в условиях вне гравитации. Хотя это может показаться не таким уж сложным делом, вы удивитесь, насколько это тяжело. Требуется много времени, чтобы привыкнуть к безгравитационной среде, не говоря уже о том, что необходимо научиться и выполнять в ней повседневные функции. Люди, которые занимаются этой подготовкой, известны как параболические эксперты. Это одна из самых желанных и высококвалифицированных профессий в космической промышленности. На самом деле только 9 человек в мире имеют право делать это. Во-первых, они должны стать превосходными мастерами в свободном падении в самолете. Ее называют кометой рвоты в повседневной речи НАСА. Это единственный способ симулировать микрогравитационную среду на Земле для подготовки потенциальных астронавтов к полетам. В задачу параболических экспертов не входит отправляться в космос, хотя они являются важной частью команды почти каждой космической миссии. Со смертью близкого человека очень трудно справиться, и каждый делает это по-своему. Некоторые люди плачут долгие дни, прежде чем вернуться к нормальной жизни. Другие закрываются в себе, пока не смогут снова быть рядом с людьми. Но некоторые делают еще один шаг вперед и заставляют профессиональных скорбящих создавать скорбь. Хотя это может показаться странным для всех нас, но эти скорбящие являются настоящими профессионалами во многих частях света. И в некоторых местах они по-настоящему востребованы. Например, в Китае это по-настоящему большой бизнес. Работа состоит в том, чтобы прийти на похороны и устроить правдоподобную траурную сессию, полную физического разрушения и плача. Это может показаться чуждым для всех нас, но это совершенно нормально в китайской культуре. Эти профессионалы также могут заработать немало в зависимости от того, насколько правдоподобно, громко и долго они скорбят, плачут и создают траурную атмосферу. Практически все, включая даже государственные базы данных, теперь работают через интернет. Поэтому взлом становится все более серьезной угрозой почти для всех. Это особенно актуально в странах, где интернет не очень регулируется. В результате одинаково высок спрос на хороших хакеров, которые знают основы проникновения в сети без обнаружения. Чтобы не позволить им это сделать, необходима надежная система. И для проверки надежности могут нанять так называемого этичного хакера или хакера в белой шляпе. В отличие от обычных хакеров, чья деятельность незаконна, они, напротив, пытаются взломать своего же работодателя, чтобы помочь выявить ему слабые места в его системе защиты информации. Питьевая вода уже на грани истощения для всего мира. Многие страны сейчас обращаются за помощью к запасам природного льда Земли. Они разрабатывают планы перевозки целых айсбергов с Южного полюса для сбора воды. Работа представляется компаниям, занимающимся перевозкой айсбергов. И вы можете подать заявку на работу, если вы готовы к такому. Перемещение айсберга может показаться невозможным, но это же все равно, что двигать горы. Тем не менее, многие страны Ближнего Востока уже сталкиваются с серьезными проблемами нехватки воды, поэтому они готовы тратить огромные средства. Некоторые буксирные компании айсбергов уже находятся в пути, чтобы доставить первые айсберги в некоторые из этих стран. Можно сначала попрактиковаться работать со льдом в роли бармена, а затем уже идти работать передвигателем айсбергов. Если профессия футурист звучит как кто-то, тот, кто сидит весь день и делает предсказания, как гадалка, то
что это так. Только вот за исключением того, что предсказания должны быть подкреплены данными. Это одна из наиболее доступных работ в этом видео. Роль футуриста заключается в том, чтобы изучить текущие данные и делать разумные прогнозы относительно будущих тенденций на основе этой информации. Правительство может нанять футуриста для прогнозирования социальных изменений с целью оценки налогов в будущем. Рекламная фирма может попытаться выяснить, на какие сообщения клиенты, вероятно, будут реагировать 20 лет спустя. В зависимости от вашей области, работа в качестве футуриста может быть настолько же удивительной, насколько это звучит. Но в большинстве случаев это тяжелая бумажная и компьютерная работа, связанная со сбором и аналитикой данных. За последние годы реклама продуктов питания прошла долгий путь. Если вы когда-либо видели рекламу еды, то наверняка думали: это выглядит невероятно красиво и вкусно. Но в реальности это редко оказывается правдой. На самом деле высокоспециализированный профессионал, называемый стилистом еды, делает пищу максимально привлекательной для камеры. Если стилист еды звучит как-то смешно, то на деле это абсолютно не так. Работа совсем не из легких. Очевидно, стиль еды – это искусство, которым вы овладеваете после многих лет настойчивой практики, которая также включает в себя постоянный ноу-хау в фотографии и видеосъемке. Зато такая работа обычно нужна для крупных брендов. Поэтому не стоит и говорить, что это очень неплохо оплачивается. Неважно, кто вы и чем занимаетесь, набор Лего – это все, что вам нужно, чтобы отодвинуть в сторону все дела и потратить следующие несколько часов на то, чтобы создать что-то интересное. Большая часть успеха компании Лего заключается в том, что любой может увлечься постройкой Лего, даже если он не особо хорош в этом. Но есть и такие, кто способен создавать настоящие Лего-шедевры и зарабатывать этим на жизнь. Известные как мастера-строители Лего, эти ребята работают в Лего-групп для создания огромных конструкций из всем знакомых деталек. Но нужно быть по-настоящему крутым в этом, чтобы туда попасть. Уметь собирать стул или домик, увы, недостаточно. Большинство людей, посещающих океанариум, прекрасно проводят время, а затем возвращаются домой. Тем не менее, любопытные смотрят на всю систему и думают: интересно, кто все это чистит? Невозможно сохранить здоровую искусственную созданную экосистему без того, чтобы кто-то не заходил в резервуар и не чистил его вручную. Да, существуют профессиональные уборщики аквариумов, которым поручено делать именно это. Работа опасна, потому что акулы всегда в аквариуме. Вы не можете просто сделать дорогой дополнительный резервуар для животных до тех пор, пока уборка не будет завершена. Уборщики должны уметь понимать поведение акул и уметь хорошо нырять. Они проводят около 30-40 часов в аквариуме в неделю, как часть своей опасной и трудной работы. Запах – это важнейшее свойство, и множество продуктов полагаются на него при продаже. От мыла до дезодорантов и свечей. Запах продукта – такая же часть его коммерческого успеха, как и его внешний вид. Итак, кто отвечает за то, чтобы вещи пахли так, как они должны? Судьи по запаху. Они определяют лучший запах для конкретного продукта. Очевидно, что им приходится проходить через множество неприятных запахов, например, из-под мышек, чтобы разобраться с запахом дезодоранта. Это может звучать как ужасная работа, но также очень важно. Еще судьи по запаху занимаются такими вопросами, как загрязнение определенного вида морепродуктов близлежащим разливом нефти. Конечно, вы должны иметь острое обоняние, чтобы претендовать на эту работу. И это может принести вам много денег, если вы работаете в крупной компании. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. На сегодня это все.